Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов brandstar.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для детей. Это костюм медведя. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм медведя. Такой вот интересный. Даже уже через упаковочку видно, что интересная моделька. Давайте посмотрим костюм. У нас визитка в товаре интернет-магазина. И рассмотрим костюмчик. Вот такая вот шапочка входит в комплект. Посмотрите, здесь уже и ушки, даже брови есть такие у Мишки. Красивые глазки и такой довольно большой пластмассовый нос. Вот вы можете увидеть. Вот так вот выглядит шапочка. Сзади шапочка у нас идет на липучке. И она идет по шейке еще на резинке, то есть тянется. Внутри подкладка у нас идет. То есть шапочка не упадет даже во время игры, если ребенок будет бегать. Такая вот красивая шапка. Помимо шапки у нас еще входит в комплект комбинезон. Вот такой вот комбинезон ярко-коричневого цвета с желтым пузиком. Длинные рукавчики. Внизу вот тоже желтая вставочка такая. Сзади комбинезон у нас по спинке идет на липучке. Вот расстегивается. И здесь у нас такой небольшой хвостик пришит уже. Хвостик маленький, но такой довольно аккуратный, красивый. Комбинезончик, шапочка. И помимо комбинезона и шапочки у нас еще здесь входит вот такая забавная обувь, имитация обуви. Подошва здесь имеется, такая плотная, коричневая. Вот здесь уже, смотрите, можно увидеть, как будто с коготками уже идет. Вот так вот обувь. Обувь универсальная, ее можно носить как на голую ножку, так и на свои ботиночки в помещении и на улице. Очень красивый, полный комплект, то есть уже дополнять ничего не нужно. Если вам понравился костюм данного медведя, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.